великолепно. Хочу в Таиланд, говорю, я бы в Грузию слетала. Вот как раз получилось, что июль, они говорят, ну в Таиланде там сезон дождей, поехали в Грузию. И вот мы как-то так прям, ну, буквально пару дней очень довольны. По крайней мере, я безумно счастлива. Не всегда так. Да, абсолютно не всегда. Как смотрю, только Ленинград, там такая интересная. Да. Разная культура. Во всех правилах бывают исключения.